Знаменитый клоун Алекс работал все новогодние каникулы. Еще до наступления праздника он развозил детям подарки от жителей, главы района и города. Проводил развлекательные программы во дворах, веселил детей у кинотеатра «Искра», пел песни с жителями района в троллейбусах, а 1 января открыл традиционный новогодний забег. Работа на самом деле продолжается. Лично у меня, как и у многих моих коллег, закончится на старый Новый год. У каждого своя работа. Мне нравится. Дарить людям праздник, дарить людям радость – это здорово. Пока жители Ленинского района гуляли и веселились, на посту были коммунальные службы, а также медики, готовые прийти на помощь в любую минуту. Операторы ежесуточно оформляли, обслуживали от 850 до 950 звонков. Это достаточно много, если сравнивать с обычными будничными днями. Ничего плохого и экстраординарного в эти праздничные дни не случилось. В плановом режиме звонков много, но справлялись. Деваться некуда, надо работать. Людям надо помогать в любое время. В целом, новогодние праздники прошли без серьезных происшествий. Не было зафиксировано ни крупных ДТП, ни больших пожаров. Над тем, чтобы каникулы жителей района проходили комфортно и безопасно, трудилось множество людей. Чистили школу, детский сад. Здесь чистили и лесенки. Людям ходить надо. Коляски не проезжают. Сходы надо почистить. И это надо реагентом посыпать, чтобы люди ходили. Мы работали с 2 часов, да, много народу. А не обидно было? Вот все отдыхают, вы работаете. Да нет, нет. Я люблю свою работу. Мне нравится работать в аптеке и в праздничный. Я готова выйти в любой день. В каникулы новогодние работали. Мы то есть в структуре работаем по продажам, поэтому 4-5 числа мы работали. Загрузили магазины к праздникам. Естественно, нужно после праздников посмотреть, проехаться, как вообще, что там в магазинах. Ну, поэтому 2 дня, конечно, нас на территорию отправляют. Ну, без каких-либо проблем, все сотрудники. А у меня папа работает. Папа кем работает? Он в полиции. В выходные жители района снова сядут за праздничный стол, чтобы встретить старый Новый год. А многие из наших героев вновь останутся на посту, чтобы праздники ничто не омрачило. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ.